У них волшебная вода. Целовальная такая. Да, это я знаю, и поэтому и не снимаем. Закон Павыча! Женька там холостую кидает, зачем? Ну, понимаешь же, что зазря кидает. Что, переползем или как? Подожди. Оп. Потому что рычаги тоже имеют значение. Мне там кузов тяжелый с водкой. И быстрее надо. На месте, все на месте? Да, да. Зря, зря. Куда он пошел? Куда он пошел? Ты зачем так быстро тащил-то? Это ж Хариус? Да. У Женьки был Хариус. Да, водичка мутноватая, а тут-то нормально. Да. Тихо-тихо, не ругайся. Вторая возможность была. Говорил же, блин, дай нам попробовать, блин. Вот, говорит, вот он говорит. Понятно, что вот он был. Эй, Женька. Еще один там вообще. Это неправда. Вот он. Вот. Совсем и не маленький. Нормальный. Либо чисти, у нас соли нет с собой, видишь? Да, через час. Дома сидим. Андрюха, возвращайся, по стопочке за Хариус. А он успокоится. Так, такой же, да. Да Хариус. Как селедка. О, промахнулся. Ну что-то метнулось.
Где было? Никого. Там поглубже. Тут все мелко, блин. Да никто не говорит, не сказывается. Помнишь здесь раньше? Окуней, блин, щучек, хариусов. Весь ассортимент. Вот только что Андрюха поймал шнурка, только для того, чтобы мы тут это самое согрелись. Да, да, холодно, дождь. Что дождь, то снег, непонятно ничего. Речка, из которой мы сегодня переходили, как раз грибы собирали. И никого. Наверху дует, да? Что там, у него окунь или что? Женя взял щукаря. Оп, блин, тоже что-то было. Да? Ну или трава, блин, не знаю. Но как-то так потянуло, потом отпустило. Да, хорошая? Да. Не ругаемся. Да. Хорошая была. Нормально. Держал. Я даже камеру включил. Вроде слабо не давал, блин. Что-то сегодня она такая вся хитрая. Это потому что Женька ушел. Да, мне чтоб подождать. Женя! Да и Пенни. Ты ж поймал двух штук или трех? Ну вот видишь. Да ты бы забрал бы ее. Да давай заберем ее. Так что ты ее не... Главное, ты кит брал, а сейчас у него... Берем. Купаться нельзя.
Ну да. Прикольно. Впереди подсадку задержи. Ну, вот. Вот опять повод лечо есть. Скажи. Ты лечо любишь? Понятно. Мы знаем, у тебя отправляем. Иди давай, лови давай. Цепляй давай. Пом-пом-пом. Поймал, заводи. Не-не, она нормальная. Это больше 35 сантиметров даже. Ой. Это больше, блин. Тут наклон на такой ловишь, что ли? Нет. Так это такая же. Ну, я по цвету, блин. Ну, примерно, да. Пилы просто. Я на нее пытался, она не бегает. На него? Да? На него все и все. Что-то было такое, хочу не помню. Он жмут, а? Поймайте рыбу большую, нах, нормальную, блин. Mm. Нормальную такую хочу поймать и рыбу, блин. Давай. Вот тут Харил сидит. Я на камушке сижу. Оп. Больше, чем этой воды. Леха, нас здесь. Какой же перекат тут? Никакого переката. Это речка непонятка. Глубокие места ей надо, не глубокие места. Ты понимаешь, что ей надо. Да, Сань? Не знаю, Леха. Про что вы? Вообще, рыбалки, что ли? Да. Я так за жизнь, просто за жизнь. Топлю за жизнь, за красоту, за природу. Я приехал отдыхать, а вы что, рыбу ловите? Рыба это так, это побочный эффект. Это офигенный побочный эффект. Да. Приехал, подышал, на рыбалку захотелось. Потом еще хочется что-то поймать. Вообще, я не знаю, в городе такого не бывает. Там в магазин ходил, рыбу купил. Однако дальше. Подсак с правой стороны. Она такая.
Наконец-то мы будем не просто так. Ладно, хоть для правды. Да, не просто так будем это самое. Лечо жрать. А вот смотрите, что делают пацаны из Олеча. Только. Этого удавиться. Рыбу приходится ловить, да? Рыбу приходится. Говорит, не ловится, да, Жень? Все, хорошо. Сразу в мешок. Слушай, у нас сегодня день копчения. Ну что? Сурка. А что делать? Все. Сегодня поцелуйчиковый день. День шнурка. День шнурка, поцелуйчиковый день. Ну а что ты реагируешь? Где нормально рыба-то? Не зашла. Хватит себя изображать этого самого бобра-то, блин. Хотя, честно говоря, там, наверное, тебе придется всё перетаскиваться, да? Наступи. Ты хватит полоскать тут. Тут нет ничего, тут мелко. Трава мелко. Мне надо вылезать? Конечно, где тут пройду? Блин, где я тут пройду, блин? Если вылезать, так уж вот здесь, блин. В хорошем месте. У хороших людей. Тихо. Когда воды побольше, место хорошее. Подсак, нет? Где там подсак-то? Да. Ну что это? 35 сантиметров. Сразу замерено. Арабухара! Наконец-то! Да. Не ругаемся, говорим культурно. GoPro стоп видео. Да, вам-то хорошо. Давайтесь. Должна была стоять. Вон. Сюда, видел? Была. Была? Тихо, не ругаемся. У меня же все записывается. За моей побежала. Тихо. Не, она все же там. Она
она осталась от подводки? Маленькая. Да, небольшая. Да. Бросай, бросай, бросай. Все запишем. Женька, да, тут все. Перекрыл нам, перекрыл. Два раза уже кинулось. Какой три? Два. Ой, что-то, пацаны, мечта поэта, блядь. Что вы там ловите? Да там была. Была. Как мелочь. Какая разница? Пацан зацепился с, давай, давай, пока с моим этим самым, с моим воблером. Ну, и чё ты? Что поделаешь? Понимаю. Так, так, тихо, тихо, не запутывайся больше. Та была крупнее. Да я знаю, я видел. Ну, да. И не поймешь, куда она ушла, вверх или вниз. Еще одна есть? Да-да, была еще одна. Первая ушла покрупнее, попала помельче. Подставила ее, короче. Зараза. А была потолще. У тебя все гулять хорошо. На него и лови. Вот, бухаем. О, была, была, была. Был выход потом. Бухаем. Вот. 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 GoPro стоп видео. Это бухай. Ну как так-то? Не бухаем. Подвел тебя. Я уже подвел, все, я уже сам думал. Я все думал, да. Блядь, балбес. Ну, Александр, бля, лучше я сам не вытащил. Да нет, она. Ладно, ты бы ее не вытащил. Ты бы ее не вытащил. Вообще, она как стебанула. Ну, такая уже была съедобная. Зато весело. Вы уже радуетесь, что пить не надо. А? Две штуки подряд. Три после твоей тащи. Опа, 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 опа. Да, Андрюха, я тебе исправляюсь. За тебя. Да, это шнурок, да. Да. Да он уже поставил бы эту воблю ровно. Так это тот воблю, который ты хотел. Андрюха. Давай, давай. Убивайся, Андрюха. Ну бухать придется. Уже да. Я не против, что я. Я пелся весь, пока курил. Уределся. Тенькова. Оно самое. Медвежий угол. Никого, прикинь, на глубине. Никого. Они сейчас, правда, на милях сидят, что ли? Надо только если правее уходить. Понял. Ну давай, Андрюх, забрасывай. Давай.
тебя перетащить, не выйдет. Давай, давай, я проеду. Мы здесь всегда харюзов уловили, ходили пешком, вспомни, Санька еще. Левее ты попой там сам виляй. Опа-на! Вот туда, вправо. Хорошо. Нет никого, да? Оп, блин, газ. Харюс. Это был, наверное. Я ничего, я просто с этого места сошел. Чарься, конечно. Давай инструменты. На. Тебе еще его распрями. Да, однозначно. Подай ему, блин. Культура производства. Ты как, что доедаем или как? Или просто пиво пьете? Видите дождь? Видите дождь? А откуда он идет? Откуда? Откуда вот он? Из чего тут вытекает? Из чего он тут вытекает? Еще и ветер. Кост не ловится, не растет рыба. Ничего нет. Дождь поливает. Это ты, это самое. Блин, у меня опять. Что, что? Этот подсак и все такое. Ну давай. Я да, ты достал ты своими воблерами уже, блядь. Так ты же все время так ловишь крупняшку, блядь. Только на два воблера можно поймать. По-другому-то никак. Ну все, успокойся. Ну это потолки все. Ты можешь. Пока еще зеленая. Пока еще. И вот мы под Павловской. Берега, что не стали, что-то думают, что вы...
Вот прямо здесь. Под тобой тут. Да? Его просто идет. Да ну, ты. Александр, блин, да блин. Опа. Так она вышла. Вышла. Не надо ругаться. Опять прошла мимо. Тихо, тихо, держится нормально. Оп. Вот она. Заки ложечка. Это заки ложечка. А это тоже рыбка. А было постановить, да?